Для маленьких петербуржцев с любовью. На экраны кинотеатров вышел анимационный проект «Мини-мишки. Новые приключения» от телеканала «Мульт». Посмотреть можно сразу 7 эпизодов. Речь идет о детстве героев популярного сериала. В игрушечном городе персонажи, хорошо знакомым маленьким зрителям, ждут разнообразные приключения. Как говорят создатели, мир, в котором живут мини-мишки, по сути, большая игровая площадка, где учатся дружить и помогать друг другу. Создатели уверены, новые истории о мини-мишках будут интересны и малышам, и их родителям.